Я начинал как манимейкер. В интернете на порно. Мы накачали порно, создали свой порносайт и понесли все. Что я могу сказать? Молодцы. Колька плохо учился, но много читал. Качка есть, и тёлки наши. Среди конфиската были компьютеры, которые мы скупали по дешевке. На легальный товар у нас денег не было. Кунеры, вам тут не гастроном. Утром деньги, вечером конфискат. Ленка хотела стать моделью, как Наталья Водянова. Но учебу она забивала. Списать даже. И все время фоткалась для портфолио. А может мне жилетку снять? Сними лучше рубашку. Ее звали Аня. Она была по жизни волонтером. Все время кого-то спасала, кому-то помогала. Че, охренел? Ну раз наехали! Кто? В наших руках сейчас больше, чем две ваших судьбы. Мы деловые люди, давайте найдем компромисс. Че, может, тогда и не надо? Генофонд все-таки. Ебук. Вот, собственно, само изобретение. Выпал шанс. Новый девайс. Познакомьтесь, это Игорь, мой жених. Ты что, не понял, что ли? Мы ему как вывеска нужны. А вы молодые, наивные, как и страна в целом. Деньги будут, но придумаем, как жопу прикрыть. Вы получите 2% от прибыли. Если мы на этом деле бабки поднимем, ты такие дела замутить сможешь. В чем ваша миссия? Отчебучить всю страну? Точно. Диалог, чмо. Извините, больше такого не повторится. Ебук. Разработан специально для школьников, поэтому абсолютно не убиваем. Инженеры дорабатывают. К началу продаж все будет тип-топ.